Здравствуйте, меня зовут Яна Скворцова, я приветствую вас на своем канале. Этот ролик будет очень короткий, фактически это демонстрация, в общем-то, того лука, который я уже много раз упоминала, много раз рекомендовала. Я в белой простой футболке, которую можно использовать как нижнее белье, как, в общем-то, как пижаму можно использовать. Ну и как самостоятельный вариант я использовать его не рекомендую, но чтобы продемонстрировать вам, как, в общем-то, все это выглядит, а поверьте мне, с курткой, либо с джемпером, либо с кардиганом это будет выглядеть очень хорошо, но так я рекомендую носить. И хочу показать, об этом очень много пишут, апеллируя, допустим, к лукам, которые мы видим в повседневной жизни в Европе, описывают вот такой самый простой вариант, он очень популярен в Америке, он популярен в Европе, это белая футболка и, в общем-то, самые обыкновенные джинсы. У меня, конечно же, в руках J-Bread, я писала, что эта фирма мне идеально подходит, размер, наверное, скорее всего, 25, может быть, 26, иногда я полнею, соответственно, покупаю себе 26 размер, и да, это 25 размер. И не суть важно. 25 размер, поверьте мне на слово. Такие обычные джинсы. В общем-то, я их на себя не надела. Внизу у меня самые обычные домашние штаны. А хочу показать вам, как все это прекрасно будет сочетаться, в общем-то, в цветовом варианте. Да, вот так это будет все выглядеть очень хорошо. По поводу такой белой футболки, мы носим ее вот так, что-то надевая сверху, а летом мы можем такую футболку все-таки носить самостоятельно. Лето предполагает некую большую расслабленность, чем зима, и плюс солнце, оно вообще очень все украшает и нивелирует очень многие недостатки, и летом мы можем позволить себе быть менее придирчивыми к тому луку, к тому аутфиту, который мы выбрали, чтобы выйти из дома. Вот, например, такую футболку я ношу летом. Я никогда, практически никогда не использую футболки с коротким рукавом, потому что я считаю, что они полнят. Меня, по крайней мере, они полнят. Соответственно, когда жарко, я просто все это подбираю вот сюда. И здесь у меня узкий рукав. Здесь у меня, конечно же, все широко, все прекрасно. По поводу таких белых футболок хочу сказать, что мои родители часто привозят из России мне футболки фирмы «Твое». Эти футболки мне очень нравятся, и, возможно, кстати, сейчас на мне такая футболка «Твое». У них вот это идеальное сочетание плотности, белизны, простоты обработки горловины и рукава. Поэтому советую заглянуть вам в такой магазин, особенно если вы живете в большом городе. Наверняка эта фирма, марка «Твое», это российская марка, мне кажется, да, по-русски, по крайней мере, на этикетке написано, представлена в любом крупном городе России. И, в общем-то, вот так, на мой взгляд, все очень-очень хорошо. Можно, конечно же, к такому луку добавить аксессуаров несколько больше, чем к любому другому. Но я, опять же, без аксессуаров, мне все это мешает и не нужно. И я чувствую себя красивой, в общем-то, без всяких лишних вещей на себе. Хотя, мне кажется, здесь часы очень хорошо бы подошли. Но самое главное, повторюсь, я хотела показать вам, как, в общем-то, хорошо сочетается просто белая футболка и джинсы. Поскольку джинсы узкие, это скини, мы помним, что здесь у нас 10, а то и 11 сантиметров. Соответственно, сюда подойдет любая обувь. Подойдут прекрасно белые кеды, белые кроссовки, туфли на каблуках будут прекрасно смотреться. Очень-очень хорошо. Особенно, если мы выберем туфли, ну, покажу как-нибудь, запишу видео о туфлях, которые обладают какой-то особенной фурнитурой, которую, в общем-то, может быть, сложно было бы сочетать, но в таком комплекте это смотрится очень хорошо, это работает на все 100%. Всех с наступающими праздниками, хорошего настроения, в общем-то, да. Такой лук может позволить себе каждая девушка, найти его просто, и, в общем-то, да. Да, желаю вам красоты, хорошего настроения, и все. Пока-пока.